Всем привет, зрители и подписчики канала на YouTube. Итак, у нас сегодня воскресенье, 21 июня. Время уже второй час дня. Начали все снимать поздновато. Сережа сейчас пошел по делам. Там у нас было дойти до одного места. Детки наши, Илюшка и Вероника, спят. Илюша сегодня, кстати, вот улегся спать раньше, даже Вероники, сам попросился. Как потом удошла Веронику, начинала заниматься уборкой. Так, Владик тут читал. Как бы, в принципе, такое утро у нас началось, как обычно. Позавтракали, что домашние дела. Ой, да, Владикин? Да. Ну, зайка. Всем привет. Ой, всем привет. Да, всем привет. Ты поспать не хочешь лечь? А-а. Нет? Я выспался. Ты выспался у нас. Я сейчас буду отвечать на комментарии, пока есть время, детки пока спят. Погода у нас сегодня вот такая вот облачная, даже, можно сказать, небо почти все затянуто. Не знаю, пойдет, не пойдет ли сегодня дождь, как бы, конечно, хотелось бы, наверное, доехать до парка, не знаю еще. До парка? Нет, вроде бы и хочется. До парка? Да. Как бы, как написано в этой программке про какое там будет представление. Всех пап с праздником. Да, умничка. Владик у нас сегодня сестра поздравил папу с днем, да, с днем отца. Вот, там написано такое хорошее представление должно быть, но не знаю, как, во-первых, как погода будет, потому что небо затянуто, естественно, под дождь попасть совсем не хочется. И, короче, посмотрим по своему настроению, поедем, не поедем, мы сегодня куда-то или просто побудем дома. Короче, все это будет видно. Так, ну что, буду отвечать на комментарии. Владик будет сейчас читать дальше свою летнюю, ну, то, что задали на дом, ему надо прочитать и рассказы, да, и записать, угу. Что написать, главных, автора и главных героев произведения в тетрадке, да? Угу. Так, ну ладно, увидимся немножко попозже. Всем привет, зрители, подписчики канала на Ютубе. А всем привет, и я. Ты же не здоровался? Тебе. Всем привет. Где наша Вероника? Ну что ты? А вон бутылочка стоит. Лена, давайте ту открою. Потеплее. А еще наша девочка не здоровалась. Вероника, проснулась. Всем привет. Всем привет, привет. Владик здоровался, да? Да. Да. Все проснулись. Татьяна на комментарии тут отвечает. Предыдущее видео. Кстати, видео должно выйти все время. А, все. Полтора должно выйти, 29-2. Ну что, проснулись? А? А третьего, да. Да. Ну, в парк пойдем? Да. Кстати, надо сейчас найти, подожди, точно во сколько там, 4 либо 5 часов. Нет, не в цирк, в парк. Потому что сегодня какой-то праздник посвящен, как мы вчера говорили, Дню Папы. Будет что-то там, не знаю. Какое-то, не знаю, представление в парке «Юность». На Володарском районе. Вероника, дай-ка пульчики папе. Дай пульчики папе. Да. Папа уберет эту Илюшу тут. Лошадки. Лошадки? Я не знаю, кто там будет. Надо найти, кстати, посмотреть. Там было написано, кстати, кто будет, что будет. Да? Вероника, пойдет с нами? Да. Путешествовать. Что там, Илья? Да. Ты же сам не знаешь. Там еще не было, кстати, ни разу. Скоро будешь туда почаще будешь ездить. Там садик будет твой неподалеку. Там садик будет твой неподалеку. Что значит не хочу? Кстати, нашли мы пару развивающих центров рядом с нами. Да, нашли пару развивающих центров. Я как бы схожу, может даже завтра узнаю. Завтра, да. Мы здесь поблизости Нарбана Брянского, по-моему. А вот. Как ну, как бы вы на сайте примерно такая. Ну, схожу лично узнаю, что там да как. Там и от 2 до 3 лет, от 3 до 4 категории, от 4 до 6. Посмотрим, не знаю, может быть, не знаю, или не знаю, мне кажется, чтение, что-нибудь такое. Да. Чтение его поближе. Потому что английский я знаю с 4 лет. Там. Ну, английский ты можешь уже потом открывать, когда я поможу немножко. А сейчас, да. Занятия не знаю, но все равно, поточнее, что знать. Занятия, по-моему, написано 45 минут, там разные занятия много. По кубикам, по чему-то еще, там, лепка художественная, это для него вот уже как бы идет, не знаю, ну, для возраста Ильи, но тоже вот скоро 3 года, вот как вот, с 2 до 3 как бы отдавать, как бы, или с 3 уже до 4, вот не знаю. Не с 3 до 4. Мне кажется, с 3 до 4, потому конечно, что конечно. Для 3 лет он уже более-менее нормально все-таки знает. Там откуда? И вот еще один адрес, надо точнее посмотреть сайт, я просто что-то вчера не нашел этот сайт.
на Рословской улице, тоже неподалеку от нас, рядышком. Так что посмотрим. Да, Илюшка, потому что действительно все-таки еще, грубо говоря, даже полтора месяца дома, да, в принципе, июля, хотя бы середина августа. Я в садик, завтра не пойду. Так, завтра ты не пойдешь, потом пойдешь. Скоро Вероника тоже пойдет, да? Да. В следующем году уже. Вероника, он уже осваивает мышку, да, компьютер. Да? Да. Вероника, что ты там тянешься? А? Что, а? Что? Что, тебе тоже надо, да? Азы компьютерные, да? Да, да. Вот Илья оставил бутылочку. Закрыл ее хорошо, Вероника уже тут как тут. Да? Солнышко вышло, кстати. Да. Я сейчас был, да, там ходил. Одно место и действительно тучи были. Ну, сейчас не знаю, кто все это дело уходит. Странно, непонятно. И солнышко вышло, кстати, начало сильно парить уже. Кстати. Ну, просто я не знаю, что мы живем в нашем районе, наши подписчики, кто-то наш подписчиков. Как бы, если кто-то живет в нашем районе, пожалуйста, оставьте свои, если кто знает отклики о 54-й школе. Если кто-то учился, может, знакомый, или, может, кто-то друзья, там, вот такого плана. Очень интересно знать, потому что вот, и все же, конечно, немножко здесь сомневаюсь, как бы. Конечно, да, она находится ближе всего к нашему дому, по времени, по ходьбе, как бы. Но мне не нравится внешний вид, не внешний, а внутренний вид школы, скажем так, как бы, да? Не, ну и вообще напишите про то же самое педагогический состав. Да, да, ну все, мне кажется, вот, вроде состав хороший, но я не знаю, как бы, все, как соседи говорят, вроде бы, да, ну не знаю, просто я с ним еще не сталкивалась, естественно, никого не знаю, что учителя даже глаза еще не видела, поэтому хотела бы очень бы знать, если кто-то живет в нашем районе, кто-то учился, знакомые, друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, очень-очень надо. Да. Подохлёб, сейчас кушать будете, и будем, сейчас, не знаю, действительно, надо посмотреть, что, во сколько точно начнется все это дело. Да? Да, Владик там играется в игрушечки. Вероникс. Не в Лего. А, в Лего. Лего Сити. Да, построит. Что, тоже кушать хочешь? Сейчас ням-ням. Ням-ням, топ-топ. Оп. Отпускай свои руки. Ага, да, давай, хватит. Боится, а? Что боится? Что? Закрыл, ну поставь на кухню, пожалуйста, бутылочку. Аква. Да, аква. Так, ну ладно, уже сейчас точно посмотрю и увидимся уже попозже точно. Что там, ну, почем будет, поедем, да? Не поедем, поедем, не поедем, да, и как раз еще мы за этот час посмотрим, что будет с погодой, потому что все это действительно непонятно еще. Погода. Крутит, вертит, да. Погода. Погода? Погода какая у нас? Какая у нас погода? Хорошая. Хорошая. Принцесска. Ну что, пришли мы в парк, да? Илюша Шрек поздоровался, да? Кто там, батут? Мало народа, конечно. Вон Шрек. Калькулятор! Да. Быстро добрались, 25 минут. Первый раз в этом парке. Фонтан там. Портреты рисуют. Да, или что-то такое. Там пройдемся, поснимем потом. Илюш, подойди вон котику. Кот в сапогах, да, там? Подойди, Титан. С Вероникой. Котик в сапогах там, посмотрите. Так, ну что, гуляем по парку. Батут! Где батут? А, он там, ну, обыкновенный большой батут. Да, сейчас кружочек дадим, тут летний театр, тир. Что? Вот такой батут, да? Молодец, крутой батут, да? Сфоткались возле фонтанчика. Что? Давай, ты не умеешь стрелять. А где? Где из ружья? Кто там стрелял из ружья? Ты поднимешь? А, ну, вон, дверь открыта. Ну, пусть он падет, посмотрит, я не знаю, зайдет. Но он не стрелял ни разу. Это ж винтовка там, пневматическая. Да. Веронику. Веронику. Принцесска, встай. Хочешь там много аквагрим делают на щечке. Аквагрим. Сейчас немножко пройдемся еще и пойдем там посмотрим в парк. Ну так вот, симпатично тоже парк в районе. Зелени немного. Тир. Там он батут был. Такой обыкновенный большой, как и в этом парке, например, это на кургане большой.
Вот. Погода, кстати, распогодилась, хорошо, тепло. Да, погодка хорошая, да? Скольки? Ну, и стреляй. 10 пулек, 25 рублей. Нет, 50. 50. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Тополя. Тополя. Да, Вероника? Ну что ты, Сас, а? Пойдем покатаемся где-нибудь. Пойдем? Да. Ну что? Печенье накушалось, еще там баранку кушала, да? А, бублик, маршрутки, да? Вероника бублик кушала. Аварию небольшую видели, да? Да, на Калинина. Одна большая авария, да, скажи, там на повороте. Много деток, но все равно, я ожидал, народу будет больше. Ой. Эй, что это такое? Ботиночки? Ай, дай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вероника, ай-яй-яй. Спать, наверное, хочешь? Сейчас посмотрим, что это мама, не знаю, там Владик смотрит, стреляют, не стреляют. Что там, Владик, стреляют? Смотрит? Да, Илья, ты будешь стрелять. Владик, он... Ну, там пневматическая, да, винтовка? Пневматическая, да? Как у нас было раньше. Так, ладно, чуть пройдем, сейчас увидимся попозже. Не стал Владик стрелять. Народу что-то много. Вот такие вот, конечно. Тихое место. Давай. Тоже такие вот, я не знаю, фонтанчики, не фонтанчики, наверное, здесь были. Гранитная такая фигура. Не, ну так здорово, блин, даже тихо. Нет, тихо. Ребята, как здесь отлично. Какая-то тоже сооружение, лесенка. Вон, Илья, иди, смотри, что там такое. Вон, видишь, и дорожки выложены тоже, видишь, как было. Ну так раньше строили, да, все это. Что это? Смотри. Смотри. Там написано что-то. Пойдем посмотрим. Вот. Видишь? Это по подписи. Это знаки зодиака. Вот. Это знаки зодиака, Тань. Рыбы. Вадик, ты у нас рыба. Что такое? Это рыба. Вот ты рыба. Ты рыба. Что нет? Владик, обладает хорошей. Что, Владик не рыба? Нет. Рыба. Ну а что-то вот, Владик, нет. Пойди, да. Обладает хорошей интуицией, 12 знак. Натура несет смесь других знаков. Интуиции. Есть такое дело. Что у нас еще? Кто у нас? Так. Рак. Вероника, рак. Вот, рак. Любит свой дом всегда нужно больше, чем у него есть. Всегда нужно больше, чем у него есть. У нее. И воду воображейно. Что-то непонятно. Не знаю. Старый. А лев? Лев у нас Илья. Целеустремленный, очень энергичен, да. Желание защищать слабых, творчески активен. О, да, Илья, да? Да. О, да, лев, твой знак зодиака. Дева, весы, скорпион, стрелец. А, близнецы, значит, там, где знака нету? Да. Ну вот, водолей, Татьяна. Воплощение надежд человечества, его идеалов, его душа, как ветер, управляемый ураном. Водолей, ну, Татьяна. А близнецы, значит, вон. Там знака нету. Вот они, близнецы, да? О, Валик уже падает. Нет, вот здесь. Вот они, близнецы. Талант многочисленных стремится к идеалу, дипломатичен, но нет постоянства. Неправда. Да? Неправда. Вот такой вот. Нет, неправда, она неправда. Да, фонтанчик. И такие тоже вот скульптурчики. Где батут стоит, Илья? Ну, такие батуты тоже катались с Владиком. Вот. Ну, не знаю, здесь, наверное, что-то... Ну, плавочки, наверное, бурочные, наверное, какие-то, да, наверное, скорее всего, или просто сделаны. Ага. Да, фонтанчик, голуби, все как положено.
Так, ну что, надо пойдем. Здесь это кафешка, наверное, да, какая-то. Да, столики, кафешка. Тань, пойдем туда, посмотрим, где парк. Что там вообще происходит? Так, там. Что там? Там пиццу делают, дети, да? Народа много. И тут вот маленький батут, не знаю. Ну это для маленьких вообще, наверное, да? С шариками. А не, а тут вон большой тоже. Синий. Вон синий. Чего? А? Почему? Что там? Пойдем посмотрим, что здесь кафе тоже. Кафе «Солнышко». Тоже он карусели, аттракционы. Тут жарко уже, да? А? Что? Что там? Музыка, да, играет. Там вот лебеди. А, я понял. Старые такие у нас тоже раньше были, приезжали. Вот кафе «Солнышко». Ромашки цветут. Да? А или... Ромашки, видишь, цветочки? Ромашки. Да. Angry Birds. Вон детский городок. Батутик, да? Что еще? Тут тоже вон. А вон горка. Ай. Вон, видишь, большие. Коробка. Машинки. Да, Илья? Да еще. А лебеди, помнишь, там такие приезжали? Я не знаю, помнишь, ты не помнишь? Да, давно уже да, приезжали. И все такие приезжали. Рыбки. Меткий бросок. Аэрохоккей. А? Вот тоже. Это рабочие они, нет? А? Он тоже. А это что? А я не знаю, что это. А, вот здесь утка вон. Ну, это как на этом возле. Да, как возле этого. Возле линии. Возле нас. А, будешь, Вадик? А? Ну да. Машинки там еще. Самолетики маленькие. Маленький автобус. Вот. А здесь просто, наверное, да? Городок такой. Городок. А? Старый, старый, да. Вот лагеря какие были, проводили тут. Там тоже качели. Там качели он есть. Тань. А, Тань, там качели он тоже. Качели, говорю, там тоже. Вот такой вот обзорчик парка «Юность». Лавочек много, да. Там не солнечная сторона, там потемнее, конечно. Ну, что вы? На чем покататься им? Я не знаю, на чем им покататься. Я на чем покататься, не знаю. А ты что такое? Это просто, ну, отпрыгать, не знаю. Скорее всего, не знаю. Ну, касса, вон, или спроси, узнаю, сколько там, что тут вообще. Пойдемте. Такой, в принципе, обзорчик парка «Юность». Мало-мало, я ожидал, больше народа будет все-таки. Не знаю. Да? Принцесса, там кушаешь? Трошки даже. Нет. Оп-оп. Илья, ну что ты? Как дела? Посмотрели? Человек-паук, да. Решили прокатить на таких самолетах. Еще есть осьминоги, он крутится, и лебедь, не знаю, посмотрим. Вероника, а ты будешь кататься на этих? А, Вероника, будешь кататься на этих самолетиках, машинки будешь? Не грызи, не грызи, не грызи. Тань, что ты? Полетели. Иди сюда. Эй, братики летают, а ты на чем поедешь? Поедешь на качалочке, вон там сейчас будет, вот на тех надо будет покатать тебя. Там пчелка есть, на качалке надо ее. Слышишь? Вот, опа, опа. Радостные. Надо музыку накладывать, не знаю, тут будет слышно, не будет слышно музыка. Оп, 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 оп. Вот такие аттракциончики, да? Вероника, ты Веронику куда он на эту, на качалке посади, она уже хочет, все. Я сам тяжело, наверное, а? Потому что все прыгает. Вероника, на машинке! Большой человек, головая, да?
принцесса. За рулем. Да, такой. И ладно, такие. Девочка и тачки, да? Вероника! Вероника! Пока-пока-пока! Солнышко, да? И гуси-лебеди он пустили. Больше места. А, тут для двоих даже можно. Для двоих. Оп. На лебеди. Я не знаю, а? Ой. Ой, довольная. Нет, Славик с ним. Там для взрослых. Там, да? Нет, там для взрослых. Там же два места. Там два места. Ну. Ой. Ой, нравится, да? Среди коровок, бабе-яги. Прибежит, да? Американские горки. А? Меня американские горки, да? Ну да, Лили. Не, он сейчас красная, да? Так, где Владик? О, Владик-то у нас уже на лебедях. А я там поснимаю его, Владик. Или ты там иди поснимай. А? Иди Владика поснимай. Владик катается он там. Опа, Люшка катается. Вероника прокатилась, да, два раза? Ты, Люш, катается. И сейчас немножко пройдемся и пойдем, наверное, уже. Побывали уже в трех парках в Брянске. В принципе, здесь карусельки по-другому сделаны. Но тоже много аттракционов, в принципе. Ну и больше такой тоже такой городок, конечно, старого типа, но есть где погулять детям, покататься на карусели, качели, и здесь просто побегать. И горка вон там сделана. Тут для старших уже. Татьяна снимает Владика. Что он там? Все, да? Все? А сколько там по времени? А здесь больше? А? А, раньше сел, да? Понятно. Хотела искала, что женщина уже сидела. А, ну что, это все? Ну, здесь это... лучше или так же? А? Здесь так же? Так же. Как и везде, да? Побольше бассейн. Побольше бассейн, да. Там же круглый был в этом Толстого, да? Да. Все, Илья приехал. Все. Один. Подъезд-ка! Да, здесь бассейн побольше, чем везде. Кто ты? Как вот врезается Вадик? Закончилось. Принесли быстро. Подожди. А куда? А куда? Назад, 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 назад. Спокойствие. Хладнокровие. Мужчину! Зад, назад!
Молодцы все. А теперь посмотрим. Все здоровы. Носы те нос настоят. Нормально, хорошо Так, Валик, открыли эти штучки. Бесплатно, типа полоса препятствия. Так, на бревнышках. На канате. Потом большое бревно. Такие вот тут поречников отдыхающих. И там еще дощечки есть. Вот, оп. И здесь бревна тоже. Давай. Да, Вероника? Владик, да там? Что у нас там? Полоса препятствий проходит, да? Илюша смотрит, наблюдает. Не пошли участвовать никуда в этих конкурсах. Они никто не захотел с детьми танцевать. До сих пор еще проходит. Вот, решили, пусто здесь походит. Вот, осталось бревно. Илья все интересно тоже наблюдает. Народу много прибавилось уже время 27-го. Портреты рисуют, шармы. Вот. Много-много людей появилось. Вадик на бревне. Вон, где Вадик? Вон он, Вадик, да? И девочка тоже. На бревне. Первый раз Вадик вообще на таком участвует. Да. Ну, пойдем посмотрим. Вон Вадик. Видишь, убежал? Все, он нахватит. Сейчас еще маленькие бревнышки. На цепях. Вон, Владик. Еще осталось дощечки ему. И там бревна, и все, и уже придет. Полоса препятствий для Владика. О, там колыбельные уже поют, да? Детки, он там танцует. Колыбельную. О, видишь? Детки там колыбельные, да? Видно? Да, он там. Вон там, да. Люли-люли, да? Да. Да, да, оп. Оп. Очень хорошо, пеньки. Все, Владик пришел. И сейчас... А, да, вон, Владик, смотри. Вон, сейчас приблизим. Оп, побежал. Так, музыка тут.
Ну. Прикольно. Прикольно, танцуй. Он даже меньше Илюши и танцует. Была небольшая разминка вот перед танцами. Вот, и следующий небольшой танец. Называется кубинская походка. Кубинская походка. Илюш, будешь танцевать? Наша задача сейчас шагать на месте, шагать вперед. Переносить из тела с ноги на ногу. Право, лево. Шрека нету, да? Кто-то исчез. Да. Шагаем вперед. Шрек исчез. Шагаем назад. Что там, кот был еще, да? И будем вращаться на месте. Это подготовка перед основным танцем, перед сальсой. Вот. Что, музыка? Она снимала уже, чтоб на второй раз. Вот сюда кинула ее. Одевайте. Переносим вес тела с ноги на ногу. И раз, два, раз. И чуть быстрее. Раз, два. Простой ритм. Раз, два. Раз, два. Идем вперед. Идем назад. Идем налево. Итак, побыли мы в парке. Сейчас уже проходим сквер Ленина. Вот так вот оно выглядит. Вот там он, памятник Ленина. Ау! Все, сейчас я уберу. Вот памятник Ленину. Ну, соответственно, сквер. Вообще никогда не были в этом районе, даже когда просто сюда приезжали ни разу. Не были здесь. Сережа с пляской. Ну что, ты стоишь как это? Да, сделан, конечно, красивый. Вот такой. Да, вечный огонь еще. Да? Да, вот. А, да, вечный огонь даже есть, ничего себе. Ну там вдалеке, не знаю, посмогу приблизить, не смогу. Вот там, короче. А где крышка тут? У меня? Уронила бутылку. Да, уронила бутылку. Шапки жевать не стали, на ее целево выбрасывай. Итак, ну что, время уже начало 11-го, как обычно, в последние дни это происходит. Потому что здесь на лето, пока никуда никому не идти. Хотя, Вероника. Вероника, не снимай. А? Вон наглый. Что? Спят велосипеды уже. Все спят, да. Уже все спят. И батуты спят, и... И не нас вообще. Вот, и все. А почему мои войдут или спят? Спят, уж темно на улице уже. Все спят. Спят уже... пора. Да, когда будет нормальная погода, будет нормальное светло и не спать. Вероника. Я хочу работу. Пойдем пока на работу. Тань, забирай. Надо специально делать это, то же самое. Непослушная. Забирайте. Иди сюда, непослушная. А, непослушная. Давай к маме. Опа! Так, ну что, сюда все провели такой денечек, да? Так, в принципе, ни о чем такой. Ну да. Только что побыли на Дне Папы в Володарском районе, в парке «Юность». В принципе, как я уже говорил, принципе, немножко, ну что, ну, конечно, держи, держи. Я вообще иди на руки возьму. Да. Ну, все, в принципе, мне кажется, парки, они все равно такого вот, именно вот, особенно Курган, да, и... Да, Курган и вот именно Юность, такого старого образца, именно такое, ну, что-то, ну, именно вот, именно сама площадь, да, вот, ну, все равно сделана большая, площадь да. Большая, ну, хороший парк, сам добротный, тем более мы еще там, кстати, когда ждали маршрутку, там были на сквере имени Ленина, да, ну, там тоже, снимали, да. Ну, да, прямо напротив, получается, как бы через дом там, да, через два дома там, получается, ну, так вот, в принципе, во всех районах мы, вообще, Брянска, вернее, а, ну, я точно во всех районах побывал, и в Кокинском был, Татьяна еще не была, в Кокинском. А, ну, только когда заезжали мой район. Ну, это начало Кокинского района, считается. Вот. Ну, сейчас вам полезет, да? Что ты там делаешь с головой? Мама, прическу? Мама, прическу будет делать. А, понятненько. Так, ну что, завтра понедельник, уже дни быстро полетели. Завтра мне уже вечером уезжать. Да. Владику завтра на футбол. Да, Владик? Сейчас ты бахнешься. Тренировка. Куда я же пойду?
Не, ну не знаю, придешь тренировка, зараз раньше вставать. Да, вечером, вечером мы вечером 9 часов вечера едем, пошла кто-нибудь на работу. Начнется новая неделька. Да, парикмахер у меня личный. Да, кстати, там меня Кратовитая спрашивает, это насчет дня рождения Вероники, 27 июня день рождения. 27 июня день рождения. Субботу. Кстати, по поводу прически, как обычно, ай-яй-яй-яй, Ильюш, не надо. Ничего особенного тут нету, просто накручиваю Ильюша, волосы. Ильюша накручивает волосы. Не, накручиваю волосы, запитаю хвост и, естественно, как бы его падает. Вот так вот Илья делает, он стилист. Да, Илья, Илья, ты у нас стилист, да? А себе что-то не наводишь. Так, все, хватит, хватит, выбирайтесь. Эй, принцесса, тоже покаталась на машинке, умничка наша, да? Да. Нет, Вероника все на машинке же каталась. На машинке. На машинке. А, точно, вся. Да, и ты катался на машинке, на как бы, паровозик, машинка, не знаю, на парень, машинка ездила, да? Еще будешь кататься потом. Ну куда ты? Куда? Все, полезло, полезло. Так, ну что, будем прощаться, в принципе. Да. Да? Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока-пока-пока. Илюшка. Спокойно, Илюшка. Молодец. Всем пока-пока начал. Вероника. Вероника. Не видно ее. Пока-п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 ока. Спокойной ночи, да. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока. Увидимся с вами завтра уже, в понедельник, да? Да, понедельник. 22 июня? Да. 22 июня, кстати. Когда-то началась война. 22 июня, да? 41 года. Ну что, увидимся. Заколочка.